Так, арбалетных болтов у меня 44 штуки, нихрена ж себе. Так, да, я же говорил, я нашел рукоятку получше. Так и думал, снайперский приклад. Средний магазин. Оптика или ночной прицел? Оптика. Ой, тьфу, ночной прицел лучше. Инфракрасный лазер. Да, можно. Чего, чего? Я слушал его. Ах ты гадка! Вот скотина! Да не, ребят, я все понял, я просто, я не знаю, вы так спокойно на меня бежали, типа, как будто так и надо. Скоро экзамен. Экзамен, говорит, у него скоро, катается. Не ссал, девчонок защищал. Молодец, мужик, молодец, так и надо. Бедный чел. Ты чё, все вообще умер, да? Да нет, живой, нормально. Нет. Да, они сейчас просто мимо пройдут. Чего чужаки сюда прутся? Волки — это другое дело. Эх, мужик. Эх, уже учителю экзамен сдаёт. Эх, от хозяина ушёл, от смерти. Какое-то начало игры прошло. Ух, сколько стрел-то. Ну, 10 часов сегодня и 10 или 11 часов в пятницу стрима. Что-то Артём как будто... Какая-то записка сейчас была. Может... Живыми... Это уже конец? Нет, еще далеко не конец. У меня еще четвертая локация будет. Че, в эту лодку можно сесть? Нет? Можно сесть. Окей, надо она мне? Пока что нет. Арбалету лучше, да, я же этого так и не сделал после сейва. Да, на дерево я сейчас заберусь. Смотрю, сделали подобие Fallout плюс Lara Croft, еще прям воняет безумным Максом, а вот Алика Horizon Zero Dawn. Сервелация от солянка, за как назвать. Да, вот еще и Far Cry тут вспоминают. Угу. Ну, типа... Уже не в метро действия происходит. Естественно, локации более открытые, и как-то им надо было это все обыграть. Блин, ну хорошая тема туда прыгнуть сейчас будет, наверное, но я бы еще вот в тот лагерь бы сходил. Но уже хрен знает как, потому что здесь не слезть никак, поэтому, ну, придется ехать дальше.
Вот и сиди, не мешай работать. Я помочь хотел! Сорвется же! Да ты помог уже один раз. Хорошо, руку не оторвало. Ну подумаешь, ошибся. Что мне, теперь всю жизнь тут сидеть? Чего я, зря учился? Зачеты получал? Ты чё, голос Рика и Морти? Вот который наверху, вот этот чувак. Ну, я так и понял. Раз совет собирается, дело серьезное. Кстати, а на входе в лагерь поставил уже? Ну а как же, первым похож чем-то, похож. А в пещере? А в пещере? Какой еще пещере? Рик! А в пещере поставил, что, Рик! Значит, в какой? Свиндук, да. Ручью, он самый. Если. Она к самому лагерю выходит. Знаю я, куда она выходит. Не успел еще. Тут закончу, потом дальше по тропе поправлю. О, вопросик записал. Ну смотри, твое дело, конечно. Но если чужаки через пещеру пролезут, будешь неделю в доме учителя сушиться, минимум. Через пещеру можно пролезть, понятно. Я сам знаю, что в какую очередь. Ну-ну. Вот прицепился, гад. Сидит там, ни черта не делает, выступает только. Умник нашелся. Вылезать, наверное, надо. Опа, блочный лук взял, хорошо. А чё, с кем он разговаривал вообще? Я даже не понял. Блин, ну вот и нафига дают арбалет, если их убивать нельзя, серьезно. Чё началось? Опа. Сундуки на острове какие-то. Ну тут можно как раз проплыть на лодке. Блин, минуточку. Давно уже проходить начал, да? Сегодня 10 часов. До этого 11 часов. Пойдем вот в этом лагере еще посмотрим, что у них тут. Один или два? Два, по-моему. Книга. Аккуратное письмо Ромыч. Сейчас у нас на хранение оленина копченая, рыба вяленая, рыба соленая, орехи, фрукты, грибы. Думаю, пора охотников переключать на другие работы, а то всех оленей перебьют, и сами же потом будут ныть, что оленина надоела. Тоха. Умный Тоха. Один всего, да, один. Я тебе не враг! Опусти оружие! Я чужакам зла не делал! Первым! Только один раз пришлось стрелять, и я тогда глаза закрыл! А ваши на нас все время нападали! И убивали, и насиловали! Мы защищались! Не будешь стрелять? Ну, раз не стреляешь, значит, правильно говорят. Чужаки убивать бывают нельзя, нормальные. Потому что ты это себе надумал, 3D-моделька тебя попросила быть свободным тигром, покажи скал. Это пираты всех сразу к столбу прибивают стрелами. Без лесного суда. Еще грабят. Как бандиты настоящие. Тима, мы да, это следующая лока после постели. Вместе.
Только мы поступаем, как учитель сказал. А они все его слова перебрали. Мужик, я понял тебя, ты нормальный тоже. Шкурки. Блин, оленинки бы сейчас, какой вкусный. Что-то ресторанчик какой-нибудь захотелось. Миска вкусного покушать. Так, нельзя сюда запрыгнуть? Потому что вот это вот похоже на лут. Там еще кто-то, что ли? Эй, чужак! Вашего в лагерь отвели. Он тоже на бандита не похож. Его после лесного суда отпустят, наверное. Да и Ольке он, похоже, понравился. Она вожатая. Да, походу, Алёша. Ты только не убивай наших в лагере. Там женщины и дети. Не убивай, чужак. Посты можно через пещеру обойти. Или на лодке. Главное, не убивай. Опять инфа про пещеру, окей. Так, пойдем на лодке сплаваем на этот остров, там лут. Да. Ведь все-таки нашел себе Алёша амазонку. Правда. В какой части России пропустил немного? Где-то средняя часть, наверное. Ну, восточная, чуть ближе. Я вот точно не могу тебе сказать. Там какой-то город был, куда мы ехали, было видно на карте. Опа, еще арбалет с каким-то прицелом, что ли. Не, ну на лодке я не хочу обходить. Пойдем через пещеру, так, наверное, прикольнее будет. Сказали тайга. Вот в тайге, короче. Где-то в Алтай до Новосиба не доехали. Мы не совсем в Новосиб едем пока что. Новосиб потом, если понадобится, если... Если Анька не выздоровеет. Да вроде никто не спойлерил соло. Ну... Насколько я смотрю. А, про подсказки по луту. Ну да, это да. Вообще ничего не надо. Так, а чё? Что-то для арбалета новое вывел? Не. Ладно. Какой год сейчас в игре? 2035. Что за свет? Это челик стоит, охраняет или нет? Не, просто лунный свет. Ладно. Братка, ты как, живой? 300, походу, максимум компонентов, лол. Ну, иначе у меня бы не было такого ровного числа, правильно? Так что надо еще фильтров, наверное, скрафтить. И потрошки. Вот эти. Ножей тоже можно. Стример вообще забыл, о чем толковал за умник с пиратом. Ты о чем сейчас? В пещере? Виталька! 24-й месяц! Поздравляю тебя! Спрайт сердечком! Разград! Спасибо тебе большое, что стоишь с нами уже второй год! The Final Stand! Спасибо.
Ну шо, прайдовое сердечко подъехало к Аппа Прайд. Он убил барона, обоих баронов убил, да. Зачем хилялся, если здесь можно было поспать? Так понимают реальные пионеры, которых война в лагере накрыла. Да. Стоп, что? Я не... Я S нажал отойти, я думал это будет... Ладно. С чего крафтится фильтр химия в основном? Не знаю, до какого времени меня S заставит спать. Может быть, полночь. Может, наоборот, середина дня. Но это похоже на утро, да. Ну, год днем пройдем, чё бы и нет. Вообще плохая, конечно, тема. Ты какой-то недоанимешник, гифки анимешная, песни нет, непорядок. Да, мне очень нравится Dragon Force, и у меня поэтому еще много Dragon Force-овых песен. Кажется, меня еще все равно найдут. Блятины какой ты несешь, что ли? Пойду ополоснусь, пожалуй. Ладно, замяли. Вы пионеры облажали. Теперь придется напасть на их поезд, а не ждать, пока они здесь окажутся. Это нарушение завета. Мы должны защищаться. Нападение — лучший способ защиты. Это все такое было. Сейчас бы свечку потушить. Я на стрим не смотрел, не анимешник, да? Каждый в локации пишет одни фанатики, да не, эти челы не фанатики же. Не обижать девчонок, понял? Мне надо туда как-то забраться, да, пройти в главное здание, вот это зеленое, скорее всего. Здесь этот челик на меня, скорее всего, увидит. Поэтому я пока не очень понимаю, как мне туда пройти. Записка, там была записка, серьезно? Ну я... Мне казалось, что скорее всего в этой комнате и будет записка. Это было бы логично, но я что-то осмотрелся и ничего не увидел. Где? Книга метро? Это книга? Нет. Это не записка. Это не записка. Нет здесь ни хрена.
Ну что, попробовать здесь пройти или нет? Какой конец стрима? Ну, вот эту локацию как-нибудь на логическом каком-то моменте завершим. Может, когда воссоединимся с нашим поездом, не знаю, может, еще в каком-то другом моменте. И вот на этом будем заканчивать. Дождись сейва и иди, а не факт, что он будет, ну, типа, такое хз. Ну, пойду вот этого вырублю, наверное, пока что. Нет, Посейдон, пионеров я не убивал. Метро со фар после часов прохождения. Ты знаешь, Металька, я как бы ультра медленно я ее не проходил, мне все еще не надоело. Вообще. Так мне надо мимо этого лагеря пройти или нет? Или мне здесь надо Алешу спасти, как бы? Мне кажется, мне здесь как бы надо Алешу спасти вначале. Клево, чуть не упал. Чего? Окей. Он же сбежал, но вообще там что-то такое сказали, да. Теперь я точно знаю, что Алеша жив и находится в лагере местных, как что-то среднее между гостем и пленником. Выбраться отсюда живым мы можем только вместе, так что я должен организовать ему побег. Вот, так что, не знаю, мне очень радует. Прям, хорошая. Блин, мне бы сейф реально. Вот прям... Можно попробовать вернуться в пещеру и поспать. Стрим часто отвлекает, не углубляется в... Да нормально я все слушаю, Дэмин. Я слышал, что там что-то говорилось про то, что его... он сбежал или его отпустили. Камон, все равно надо исследовать лагерь. Как бы там ни было. Вот здесь вот можно было забраться на лодке, видимо. Птица? А чё птица? В канатке спустись, и будет тебе сейф. Замечательно. А здесь я в этой локации записки пропущу. Пропущу. Пускай каркает. Ну, типа, карта показывает зеленое здание, и квест тоже спасти Алешу. Костра, один метает ножички.
Меня вот этот очень беспокоит. Я хочу спринтануть и вырубить его. У меня есть такое предположение, что он меня увидит просто. Бип, бип, да. Да понятно, что днем стелс не годится. Я вот сейчас и хочу вернуться в пещеру и поспать. Еще кто и как меня чуть не увидел. Блэд, как же светло. Разве пока спишь? Не проснутся те вырубленные, понятия не имею. Да, надеюсь, что нет. Да гребаная змея, лол. Не, нельзя спать, походу. Не, когда начал вырубать людей, спать уже нельзя. Ну, в общем, я серьезно не знаю, надо ли мне вот сюда попасть. Давайте вырубим вот этого чела, попробуем. Ну, что-то тут каким-то факелом машет. Нет, чувак, не надо. Минус Дима. Well, клёво. Давай мне не будем давать автосейвы, когда я вот так вот прошел. Ладно, сейчас поспим просто и ночью пройдем. Там Тиана орала, да, я слышал тянку какую-то. Стоп, какого? Да я не могу поспать, лол. Как мне это днем проходить? Игра, ты издеваешься? Костер? Нет. Змею убей. Так нету, где эта змея дурацкая? Я не думаю, что мне змея спать мешает. Хорошо уже, там одного осталось вырубить. Да, клево. На стуле нет. Не на стуле. О, я просто случайно нажал кнопку S. Я хотел отменить сон вообще к чертям. Вот дерьмо. Баночку кинул бы с одним, не справится, чё. Может проползти вот здесь сейчас. Будете кричать, мы охранника наказали. А может вообще засыте собрались, садитесь.
Сами вы засыпьте. Лесопилку обещали удерживать и сбежали. Да как ты? У нас там все ребята полегли. Вот до последнего. Чтобы мертвые земли наступали. А чё, как у вас дела? Чё вы здесь вдвоем стоите? Это нормально? Да ну, да ладно, здесь ничего нету. Там просто женщины живут у них. Все. Мотай ему удочки! Или нет? Книга нечитаема. Вижу гада в окне! Записка нечитаема. То есть здесь ни хрена нет в итоге. А при чем здесь чат слушать надо, Урму? Я сам сюда хотел сходить. Мне самому было интересно, что здесь. Но походу мне сюда реально не надо. Зеленое здание, дверь. А это что, какое здание? Походу, мне реально надо вперед пролезть и все. Тупо нет в этом здании ничего. И чувак будет сидеть с инфой. Жди их. Хер с ним. Там, где чел сидел, я сейчас попробую с той стороны пройти, да. Да хлятины какой ты несешь, что ли? Пойду ополоснусь, пожалуй. То, что здесь их не пройти. Точно. Спокойной ночи, Kill Your Soul. Ну блин, Рилли, была бы ночь, я бы тут, может, прошел, но вот днем как этого челика проходить, я вообще понятия не имею. Ну вот, вот, ну шифтануть разве что. Привет, как тебе новое метро? Мне очень нравится. Хорошее продолжение серии. Нормально. Ну давайте попробуем шифтануть вот в этого. Может, шифтовать не придется. Не пришлось. Нет, не смог. Бред какой-то, все в жопу. Дробовик в лицо. Ну, я не знаю, а он даже крикнуть не успел. Почему, как они услышали? Ну, блин, естественно, он меня увидел. Я, блин, днем сюда пришел. Поспать игра не дает. Кто-то увидел лежачего? Не, не могли.
Привет, я тут новенькая, но до этого времени смотрел тебя на ютубе. Ты класс, живой, удачи. Спасибо, утка Фредди. Спасибо. Это там кто? Окей, этот успел крикнуть вот. У меня, походу, фонарь был включен. Все, сбегаем отсюда. Я не хочу делать это задание. Я не думаю, что... Вернее, я уверен, что Алёша не здесь, поэтому... Ничего нам здесь и не надо. Может, тебя не он спалил, а кто же еще? Вопрос, почему не можешь снова сесть отдохнуть? Вот это я понятия не имею. Это очень странно. Нужно, куда он сбежал? Да найдем мы его и так. Ну, блин, линейная же игра. Жестянку кинь, чтобы он отвлекся. Да не. Хардкор как-то приехал, газели челики из нее. Мне с калаша без обвесов в лицо зажимали постоянно, хотя с вентилей шестерых еле попадал по ним. Нет, другой кровати здесь точно не будет. Свободное время для отдыха, а ты вон как надрываешься. Охрипнешь скоро. На тебе какое дело? До свидания. Ну и чё, ну и всё, и дальше бежим. Какие проблемы вообще? Просто надо было сразу по канатке спуститься. Так, банки лучше убрать. Да, ведет интересно. Другим способом, что ли, выйти можно было? Задрало мне дергаться за нехер делать. А. Что? Ну да, две записки пропустил. Ребята, я на нижнем хуторе, бандитов человек 30, веду их от дороги, продержусь сейчас полчаса, нога сильно кровит.
Малька отправляю записку, он молодец, не трус, удачи, серый. Что, простите, это что там внизу такое? Да вы издеваетесь? Походу бандиты на лагерь нападут. Да, вот от них-то походу и будем девться. Блин, вот тут способов пройти, пипец. Нет. У меня сейв прошел, когда все в этом лагере меня увидели. Клево, да? Ну как увидели? Услышали, как я бегаю. Под... Лол. Чё там за лагерь? Сайдовое место, походу. Чё-то там челики, походу, на бандитов каких-то похожи. Мне что-то подскажет, что надо вернуться. Вдруг они реально нападут на... Лестница в тоннеле была. Что это за звук был? Минус карма? Прохождение будет на ютубе, да. Не, ну это точно бандиты какие-то. Да, бандиты. Так где мой лазер? Я лазер снял. Пацаны, это тут надо искать канал. Все, я плавал, он только чисто инфракрасный. Да, все окей, этих всех можно убить и... Не совсем поймем, конечно, что здесь было. Чё? Значит, вон он.
не могли меня видеть. Максимум могли труп найти. Тина, будешь на стримфесте? Да. Буду. Все два дня. Блин, FPS что-то начал проседать чуть-чуть на стриме. Ну как чуть-чуть? 40 FPS. Ну, игра, давай, давай, фиксись. Нет здесь RTX лучей. Нет здесь ничего. Урыли жигана, падлы! Жиган! Лови гранату, бля! Шу, лови саму свою гранату, бля. Мне не надо из людей вытаскивать арбалетную стрелу так же, как из волков. Зажимаю я. Ну же, кстати, дробовики, я их взять-то могу, не? Там двое было, один справа, один слева, или мне показалось? Да, видимо, листики жрут прям в FPS нормально так. Не показалось. Сколько же их здесь? Снайпа. Надо бы перезарядиться на всякий случай, вдруг арбалетов не... стрел не осталось. Блин, они в траве, их вообще не видно. Они меня видят всегда. Подвинулся, а вон он стоит. Походу. Не трава вроде двигается просто. Что-то пропустил, он так не попал в этот зеленый дом. Нет, туда не надо было, надо было просто дальше пройти. И тут я встретил бандитов.
Черт. Надо было в тело стрелять, все равно арбалет ваншотает. Сколько же вас тут еще, ну? Там, кстати, в доме кто-то стонал, походу. Да как, ну ваншот, ну блин, ну камон. Серьезно. У меня фулл хп было. Ну, меня один раз попали, разве что. Кто вообще выстрелил, я даже не знаю. Дерьмо. Просто дерьмо. Ваншот, наверное, из дробаша из того дальнего дома. Так, ну давайте погнали. Лол, что? Давайте пройдем хотя бы по пещере, посмотрим, что куда там можно. Можно в змею ворваться. Красиво, да? Ну как же тупо, поубивал бы их сейчас всех в скрытности, но игра решила, что они меня услышат, если я шифтану по этим пещерам. Круто, да? Почему у меня сейчас сейва прошла? Что это было? Ревор, до свидания. Спасибо, чат, что заметили. Дебилы в чате. Лично ему поебать. Ну, нам на тебя тоже. Чё спойлерил? Сюжет, скорее всего. Типа я почти уверен, что он заспойлерил, да, потому что... Выглядело именно как спойлер. А, и бывают же куски говна, да, в мире? Которые приходят спойлерить на стримы после того, как у кого-то другого посмотрели. Небось, сами даже игру-то...
не покупали. Так, давай, остановись где-нибудь. Да боже, чувак! Ну не пугай же ты! Опять ваншот, просто... Я не знаю как! Я не понимаю, почему это так сложно! Грёбаный рейнджер хардкор! Ну не должны они ваншотать, ну нет! Ну, 2-3 выстрела, ну. Должны ждать время, ну похилиться-то. Это мертвый? А, это вообще висельник. Он жив. Маша, привет. Твою ж. По жопке не попал челику. А, солнце. RTX в глаза. Стаканчики, пацанчики. Я что-то в такого рейнджера играю просто. Да как ты мог узнать, что наши хвалят? Жиган, no. Стрела есть еще? Я убил его. Короче говоря, ваншотают, походу, именно снайперы. Чё сделал? Нет. Стоять. Сколько еще там вообще? Оказалось. Да откуда? Сколько я уже всего их тут убил? Еще пара смертей с арбалета с вертухи буду раздавать, да. Типа, они, небось, через листву меня сейчас вообще найдут. Кто-то вид... Я... Нет, я не хочу знать, откуда они по мне палят.
Часы-сканер, да, часы-сканер могут помочь. Но я предлагаю снова пройти через... Как я ненавижу падение в этой игре, боже мой! Ну не могут такие падения наносить урон! Сколько времени уже, кстати? 11. Я думаю, мы сейчас вырезаем лагерь бандитов, проходим чуть дальше по сюжету. Как раз вот в эту церквушку или что-то типа того. Вот, и там будем заканчивать. Как в Скайриме, там, где ты залежишь в кусты или темные места, они говорят, кажется, показалось. Не, это не так, как в Скайриме. Здесь, конечно, сразу все, если лагерь тебя заметил, они больше тебя практически не теряют. Очень жестко. Блин, да кто же здесь стонет-то? Кого же тут спасти-то надо? Вау. Да сколько вас там еще, я не могу. Чувак, про железо тебе уже ответили. В описании под стрим есть. Жесть. Судя по голосам, ты будешь их до 4 утра. Хреначить. Да не, они точно не спавнятся. У меня еще стрелы остались. Змея, не кусай. 30, нормально. Где-то 20-ку я точно убил. Ну, с учетом промахов, конечно. Они тоже были. А, и здесь что было, кстати? Чтобы пушку взять, да не успею, боюсь. Стрёмно. Не, ну они все чисто у дальнего дома трутся сейчас. Если бы по стелсу проходил, я не знаю, как бы я, конечно, всех по стелсу 30 челиков бы убивал, но все равно. Артём, не падай только, хорошо? Он не может сюда запрыгнуть. Посмотри стрим сначала. Нажимаешь кнопочку видеозаписи и открываешь. И там, короче, смотришь самый последний стрим. Они опять в том доме сидят. Это причем... Чего? Нет, снайперы, отстаньте. А это очень похоже на снайпера, судя по количеству выстрелов, которые он делает. Да змея, заткнись ты уже! Ведь надо было пролезть здесь, начать потихоньку их убивать. Свою снайперку один уже я не могу, для этого верстак нужен. Я не могу, у меня... Я не могу менять шмотки. Вот, блин, они согрелись на то, что я здесь пошифтовал, когда. Как это тупо.
Блин, ну если ты не хочешь медленно идти по какому-то дебильному туннелю. Обвесы нарядить можно и так. Да, можно, но... Мне же надо пушку взять вначале. Что? Вот кто стонет. Я не могу его освободить, пока всех не перебью. Всем приветствую. Бля. Пойду обратно. Фу, так и буду бегать туда-сюда. Может и нет, может лучше здесь остаться пока что, хз. Может еще прибегут. Как обычно. Из них звенит в колокол. Я уже устал делать Даргелтал, я тоже, знаешь. Да нет! Да как я мог их не убить-то? Эти трупы, которые висят, постоянно отвлекают. Сзади к живому подойди, я не думаю, что это поможет. Я думаю, что я должен бандитов всех убить. Ничего мне его на жопу тыкать? Не. А все, они оттуда убежали. Ну и прячется он там вот. Вон один. Вот в этого можно попробовать выстрелить будет. Не, у меня на такое расстояние арбалет не стреляет. Надо поискать у ребят снайпы. Это дробаш, походу. С каким-то охренительным прицелом.
Здорово, Старлумен, приветик. А что это револьвер? Револьвер есть. Ну а шот у меня пускай просто будет. На крайний случай. Вдруг они захотят мне в лицо выйти. Это похоже на челика. Там столько дыма, что вообще непонятно. Метательный ножи можно снайперский прицел прицепить. В другом доме снайпа была. Как же стрёмно выходить сейчас. Я думаю, еще, ну, противника 3 где-то может есть. Не, сейчас поищу снайпу, конечно, но... Да, блин, змея, конечно же. Классно, если врагу целишь глаз, возьму прицелом и понимал, откуда это хардкор. Ты брал же, да брал в другом доме в самом начале, я помню. Можно я перейду туда, и у меня сейф пройдет какой-нибудь? Это будет круто. Меня все еще откуда-то палили, когда я здесь выходил. Фонариком иду. So smart. Блин, они уже даже не кричат ничего. Ну и как я должен узнать, где они, если они ничего не кричат? Снопу я брал вообще одного из трупов. Три минуты спустя, да эта имба не видит сквозь стену, да? Ну чё, попробовать до того дома дойти? Последний, походу. Если в него случайно выйти, он с дробашом, то я умру. Еще буду со шота его. Наверное. Так, запищало. Ну, сука, где же ты зашкерился, чертила дырявый? У меня к тебе тот же вопрос, чувак. Вот он спереди где-то должен быть. В
Иди нахрен, их еще двое минимум. Первый есть. За забором. Справа обходит. Ах ты ж, папа, свалил на. Ничего, мля, поймаем. Вижу. Адаш, пацаны! Братка зажмурили! Ну не смогу попасть, скорее всего. Как же они классно дают инфу, ага. Что с другой стороны еще быть, я не знаю, вот стой. Вот один прячется. Сейчас попробую его. Еще есть. Тюшкан! Это он. Ну, окей. А я уже слышу вот это вот, помогите, на помощь, кто-нибудь, я думаю, чё, опять, ещё бандит, неужели не всех убил, и потом только понял, что всё, это вот осталось парня спасти. Пионерчика. Так, а где все трупы-то? Не понял, они же не могли сразу пропасть.
Мне же надо эти стрелы забирать. Стволы не хочешь пособирать? Насчет стволов не уверен. Но сейчас посмотрю, что еще есть. Ага. О, вот она, снайпа. Вот она. Все, вместо револьвера давай. Тяжелый ствол, оптика X6, магазин, инфракрасный. Ну, арбалет, конечно, вещь. Просто куда угодно, в тело стреляешь. Они минусуются. Ух, сколько я их здесь минусанул. Вот еще один. Входов где-то вот тут вот постоянно расстреливал их. Проходит вот здесь парочка должна быть мертвых, по-моему. А, ну тут уже пушки остались. Я их слишком давно убивал. Здесь уже трупов не осталось, одни пушки. Ах, окей. Минус мои стрелы, ну ладно. Да, 30 было, походу, действительно. Ясно. Спасибо. Плюс карма. Что спас нас, чужак. Спасибо, чужак. Как же так вышло? Прости. Да, арбалет теперь вместо глухаря. Ты уже на последнем экзамене. И ты сдашь его на отлично, это точно. Как увидишь учителя, скажи. Скажи, что мы все переживем. Как он учил. И это весь твой диалог, мужик, я ради тебя минут 40 мучился. Все-таки... Не хочешь еще пару слов выдавить из себя, не? Можно было. Здесь наверняка где-то еще записки должны быть. Бандитские. Даже не знаю, как по-другому. Оглушить всех бандитов? Книги, которые нельзя взять. Сдок арма в плюсе. Да не, клево было, офигенно. Тупо самая стрёмная миссия в моей жизни. Особенно последние несколько человек, когда ты понимаешь, что тебя просто могут выйти и сваншотать из-за угла. Это очень потно. Не зря я выбрал эту сложность. Как бы мне не хотелось на неё материться, то что она, ну, слишком жёсткая из-за ваншотов. Опа, здесь что? Здесь тоже можно было выбраться. Так, давайте я не буду падать и умирать. Колодец. Чё это за место? А, туда чел упал. Вот оно что. Или его туда скинули. Вот как он умер. И понятное дело, что они услышали, как я хлюпаю там. В подвале. Тапками своими. Хорошо, что враги не рашат, но вот это, кстати, очень странно. Они, да, они что-то как-то в деф играют, потом теряют тебя. И ты такой, блин, ну ладно, ребят, как хотите. Штык-нож. А, нельзя взять. Странные вражины. Давайте посмотрим, сколько еще лута я собрал. Докрафтим аптечку, докрафтим пару фильтров. Да. Okay.
Прикольно. Так, этот дом я, по-моему, осматривал. Не совсем. И вот в этот точно не заходил. Блин, неужели без записки? Я хочу эту локацию исследовать просто полностью. Ай, не лагай, 100%. Процессор, не лагай. Блин, так хочется завтра в качалку, но с простудой, наверное, не варик. Тоже, видимо, можно было проплыть. А, я помню тот пирс. Лол. Здесь по мосту можно было пробежать. Чё? Неужели я возвращаюсь? И у них олени исхудавшие. Нет, это место я знаю. Сколько жим... Не считаю сейчас. Сколько дает тренер, столько и жим. Поспать можно было, рили? Не, нельзя было. Трогая линейков в Hunter симуляторе. Ну да, в него обычно Аки играют. Странное место. Чего я сюда прибежал? Сейчас там хэндж какой-то. Ух, какие просадочки-то здесь. Просадочки какие! Они, оказывается, еще и ловушек тут наставили. Фу, блин. Не хочу хиляться, если честно. Да, на мини-просадочке, ага. Так, все, последний раз чекаю, что здесь, и мы идем в эту церковь. И после нее, скорее всего, заканчиваем. Опа! Лодка какая. Ага, нет, надо туда сходить. Или умереть. Сейв был до того, как я чела спас. Как же иногда персонаж, интересно, врезается в... в стены, и после этого... ну... летит по инерции, скажем так. Ладно, я... снайпу, главное, нашел, нет? Нет, еще не взял снайпу, блин! Еще быстро челиков надо полутать. Не, с такого падения даже фулл хп бы не спасло, это точно. У этого, по-моему, снайпа была, да? Не, вот этого. Это снайпа? Похоже. Нет, это револьвер, Вов. Вроде ничего не было.
здесь я вроде даже лутался. Надень себя столько мунирования и спрыгни тех самых 3 метров. Да ну блин, ну... условности, это же игра. Да спасу я тебя сейчас, мужик. Вот почему после спасения мужика сейвы не было, а? Почему? Напомню, кто разрабы метро, а for game, for a games, по-моему. Ну хоть кто-нибудь! Сюда! Значит, ты не с ними? Ясно. Спасибо, что спас нас. Да, мужик, да. Ладно, хер с ней со снайпой. Не нашел и не нашел. Вот здесь вот может лежать одна. Нет, это револьвер. Да, это она. Отлично. Forehead Games, да-да-да. За 1.5 часа произошло важного. Мы убили 30 бандитов в одной локации. И помогаем пионерам. Вот это все. Как раз спасли одного пионера тем самым. Их не убивали. Плюс карма. Идем на хорошую концовку 100%. Опа-на, братала, это я! Ты ж меня спас вот только что, а я наших привел. Я тут на радостях, малеха, перебрал что-то. Этих лесных чморят. Грязный дневник. Лагерь пустой. Где же эти местные, про которых братки терли? Блин, нет, ничего нет. В лесу, что ли, прячется? Тогда чего с ним возиться? Ну, главный сказал, пошли. Комарьё накормили досыта. И нихрена, у реки стрельба. Мы все туда, там рыжий оленя завалил. Так бы и залепил по харе, урод. Вернулись, хоть закуска будет. Утром не досчитались 2-часовых. Опять в лес искать. Нашли ребят, перебитых к деревьям стрелами. Горло перерезано. Ну, суки, теперь мы точно знаем, что вы здесь. Пропала группа рыжего, они шли к церкви. Там внизу хутор был. Вот вы, значит, где прячетесь. Ну все, суки, допрыгались. Будете подыхать долго. Да, спас мужика. Он своих привел, да. Да, они бы, скорее всего, и так здесь были, на самом-то деле. Не спаси ты его, не пришлось бы возиться с 20 бандитами. А хрен его знает, на самом деле, честно, не знаю. Мне кажется, нет. Мне кажется, я и тут карму получил, и там карму получил. Да, если мы его загасим, скорее всего, будет минус карма. Загружаться я не хочу, поэтому оставим его так, как есть. Не стой под стрелой. Бандиты узнали, что не стоит стоять под стрелой. Куда ты? Я в церковь. Ну, туда наверх. Я наконец-то по сюжету. Сохранись уже, я не могу сохраняться самостоятельно, только автоматически. У меня самый сложный режим игры. Давайте уже вот эту церковь пройдем и
пойдем отдыхать. Завтра будем продолжать. Часов где-то в 12 начнем. Может, в час. Такая успокаивающая музыка после этого лагеря бандитов. Какая по счету локация? Большая третья. Вообще четвертая, если не считать пролог. Потому что пролог, ну, это как бы... Чисто из метрошки сбегаем. Там на поезде вот это все. Можно было до сюда дойти в определенный момент и засейвиться. Твою ж мать! А можно я не буду? А можно я просто пробегу мимо? Не хочу Мишку убивать. Чё-то срезал там. Призы могут быть. У меня, кстати, такой дробаш клевый есть, я тут подумал. Там лестница. Ее не обязательно валить. Типа, я уверен, что убийство Мишки это минус карма. Пока, Мишка. Алёша, доложите обстановку. Прием. Ну что там? Мишка жив. И вообще они, ребята, умные. А чё? Нет ничего, никакой записи. О, ну что, я смотрю, тут это скрипт не сработал. Какой скрипт? Усилитель сигнала по НВ, кстати. Усиление видимого света. Можно. Дополнительное отделение для аптечек. Не, у меня столько нету. Лучше для патронов. И разрывные арбалетные болты. А что с диалогом было? Помехи в эфире. Скрипт не сработал. А какой скрипт должен был сработать? Что такое? Мишка убежал, кстати. Все хорошо. О, даже засейвили. Засейвились. Шлем в пустыне не забрал, там был. Я брал какой-то, но... Чужак, замри! Опа, приветик. Вот мы и снова встретились. Хотя ты, небось, не помнишь, кто тебя из воды вытащил. Помню тебя. Меня, кстати, Олей зовут. Здравствуй, Оля. Это не ты сейчас хозяину леса трёпку задал? Снять. Охотники наши с ним давно не связываются, а ты его вон как отделал. Силён. Ну то есть, я сбежал просто! Отделал. Замок заржавел. Вот сволочь. Прости, учитель. Твой друг Лёша уже на дамбе. Сказал, командир ваш ждать не будет. Ну все, про Лёшку узнали. Все хорошо. Прости, проводить не смогу. Сегодня на совете пираты заявили, что нападут на ваш поезд. Но без меня они и созывать совет не имели права. В общем, придется, как всегда, вправлять им мозги. Оттенка. Но пока у меня есть время рассказать, куда тебе дальше.
До дамбы можно добраться только на лодке. А они все в лагере на болоте, у пиратов. Они, понятно, делиться не захотят, но это не повод стрелять. Кровь никому не нужна, так что просто не попадайся им на глаза. Принял. Иди по дороге до завала. Спускайся к болоту и ищи пристань. Стой, не скидывай меня. Там и мы с Алёшей лодку одолжили. Прости, учитель. Но остались еще, так что разберешься. Ну, чужак, удачи. Смотри, не заставляй меня жалеть, что я вам помогла. Лёша, привет. А я тут еще побуду. Надо за могилой учителя приглядеть. Спасибо за инфу. Что, решил передохнуть перед рывком? Это правильно. Немного осталось в этой локации. Я думаю, в этой локации еще, ну, 2-3 часика а завтра. Я задумалась тут. Мы ее пройдем. Как хозяин тут по соседству шататься начал. Там, кстати, наши редко ходить была. Стали. Хотя все равно не забывают, конечно. Сестра Артемида, ага, не говори. Учитель ведь вырастил всех. В лесу жить научил. Без него... Нас давно бы уже. Вот девочки каждый день, считай, и бегали. Да и ребята пробираются до сих пор. Даже Ромыч наведывается. А ведь это из-за него учитель тогда ушел. Мы всем отрядом в поход по реке пошли. В лагере только дежурные оставались. Вернулись. А там бандиты побывали. Как вспомню, комок в горле. Даже рассказать не могу. Сильно полезна графика на прошке группой, по сравнению с этим. Выплакались. Смотрим, учитель могилу роет. Интересно. А Ромыча с остальными старшими мальчишками и след простыл. Ну, мы учителю помогли. Зарыли наших. Уже стемнело, приходят и садятся у костра. Ромыч весь, одни глаза, да зубы видно. Экстремалка от ультры не очень сильно должна отличаться. Потом начали рассказывать. Пошли по следу. Не сбились ни разу. Бандиты прятаться и не думали. Подождали, пока те напьются, и из луков их. А подранков Ромыч ножом, как оленей. Учитель слушал, слушал. Я смотрю, у него подбородок дрожит, как сейчас помню. Так и не сказал ничего. Да они и сами все поняли. Да ладно, что, нормальные ребята. А утром ушел. Сюда, пионеры. В церковь. Сначала вообще ни с кем не разговаривал. Но мы с девчонками все равно его навещали. То малины принесем. То совета какого спросить. Понемногу оттаял. Но как другой человек стал. Молчаливый такой. И старших так на порог и не пустил. Хотя на письма отвечал. Нам, кто к нему приходил, все говорил, что надо быть совестью остальных, раз у них своей нет. Не давать им совсем озвереть. Но как ты не дашь? Они же не унимаются. Назвались пиратами. Устроили себе отдельный штаб на затопленной лесопилке. В болоте. А потом и бандитов на столбах вешать начали. Как на мачтах. А как-то поймали десяток живьем. И всем мальчишкам испытания придумали. Убивать этих. Из наших никто не стал. Не, все это Алёшина. Они их трусами обозвали. И с собой разведку брать перестали. Так, в общем, пионеры и появились. Но мне нравится идея. Это сейчас как-то успокоились все. Совещаются, хоть обсуждают что-то. А тогда от имени учителя только мы с Людой, получается, на совете выступить и могли. А, чайку нельзя, покурить можно, я понял. Типа cool story такой. В конце концов, Люда с несколькими парнями собрались и ушли. Интересно, как они там? Нашли лучшую жизнь?
Я до сих пор радио слушаю, надеюсь, что выйдут на связь. И учитель надеялся, но надолго его не хватило. Ушли они в июле, а в сентябре он застрелился. Только тогда до Ромыча дошло, похоже. Успокоился немного. Часть старших к пионерам перешла. Главное ведь всем вместе держаться. Вот. Но а меня теперь на советах слушают. Я ведь, если что, и по шее могу. И не потому, что девочек бить нельзя. В честном бою не в счет. Только в честном бою я одному Ромычу и проиграла. И то он неделю с заплывшим глазом ходил. Драма, что ли? Так что и он меня уважает. Я больше всего с адмиралом ругалась. Он у пиратов главный после Ромыча был. И если сопил, золотой человек, Артём. Не хотел. Всегда выслушает. Если уйти, твари всю долину сожрут. Особенно Тяночек, вот она все говорит, но говорит. Но радиация все время росла. Ромыч сам дозиметром проверял. Так что на очередном совете Ромыч с нашими вожатыми адмирала разгромили. И пришлось пиратам новый форт у берега строить. Там пока жить можно. Ну а адмирал не стерпел. И со своими самыми отмороженными подручными на лесопилке остался. Так они там и пропали. С радиацией шутки плохи. Не зря учитель предупреждал. Ну и теперь без адмирала на совете против меня и рыпнуться, получается, некому. Так что я их сегодня успокою. Не волнуйся. Ну, сейчас спасибо, что выслушал. Сейчас собраться надо. Не люблю я говорильню. А ты, если хочешь, не люблю я говорильню. Он записывал понемногу, как знал. Да. Простите. Сто раз уже, наверное, слушал, и все равно... Подвели мы его. Подвели. Ну, спасибо, что высказалась. Я старался, слушал. Классная Татьяна. О, сейф прошел еще бы после такого радио долгого диалога. Молчит. Моя последняя надежда — дать им позитивную цель, вывести из этого лесного тупика, оказалась миражом. Где же я ошибся? Как замечательные дети, талантливые, инициативные, смелые, честные, дружные, стремящиеся к справедливости, превратились... чудовищ. Конечно, я не Макаренко, но я сделал все, что от меня зависело, и даже больше. Вложил в них всю свою душу, всю жизнь. И чего же я добился? Создал общество мизантропов, уважающих только силу и по жестокости не уступающих отъявленным бандитам. Да, некоторые из них остались прежними, не поддались этой скверне и в конце концов ушли. И я отдал им все запасы горючего, но как же их мало? Большинство изменилось. Неужели в мире, превратившем даже безобидных животных в порождение ночных кошмаров, у человечества нет будущего? На что же нам остается надеяться? Стоит ли вообще мучиться дальше? Ну, ничего. На этом заседании совета я им напомню, что учитель в конце думал. Ничего, я им задам. Тащи, Оля. Тащи. Учитель нас я что, в тебя верю. Для того спасал, чтобы мы на кого попало нападали? Защищаться — одно дело. Но нападать? Никуда не денутся. Успокоятся. Пираты... Мальчишки, что с них взять? Боунвотер, привет. Хорошо, все, болею только. Ну все, я пойду. Спасибо тебе за замечательный рассказ. И я вас знаю чутка больше. Верстак,
Убираем пищалку, она реально достала. Ставим лучше компас. Из пушек, да в принципе, да, оставляем все, что есть. Ага, почистить разве что. Арбалет наш. Хорошая идея. Поспим до ночи, если я вспомню, что есть ночи, если у меня получится поспать. Да почему у меня никогда не получается спать? А, все, игра сама сохранилась. Отлично. Ладно. Все, и заканчиваем на этом. Спасибо, ребят, что смотрели сегодня метрошку. 12 часов стрим получился. Я болею, офигеть. Жесть. Вот. Увидимся завтра где-то в 12 часов или в час. Будем... Продолжим прохождение. Пёсель! Так головой помахал сразу. Вот. Завтра точно финал. Завтра точно до финала пройдем. Я думаю, в этой локации нам осталось 2-3 часа максимум. Она не такая открытая, как песчаная, то есть тут нет вот этих сайдовых мест. Что будет в последней локации, не знаю, но кто-то мне говорил, что она не такая будет большая, как вот эта. Вот. Потом Far Cry, а потом не знаю, что будет, но точнее Far Cry нет. Все, всем спасибо, что смотрели. Всем доброй ночи. Давайте посмотрим, может кому-то хост можно кинуть. Кому хост кинуть? Кому? Мария играет в Anthem. В принципе, можно. Почему бы и нет? Я Anthem, скорее всего, стримить не буду. А Ёлка стримит тоже. Подожди, не вижу. Если... А, вот, Ёлочь стримит Anthem. Давайте Ёлке лучше тогда на Anthem хост кину, конечно. Вот. Заглядывайте к Ёлочу. Я не уверен. Наверное, не буду в него играть. Хотя еще подумаю. Все, доброй ночи всем. До завтра. Увидимся часов в 12. Пока-пока.